Мы тоже даже заблудились, даже. Почему не заблудились? Заблудились. Заблудились, заблудились, заблудились. Слушай, не ноя. Холодно. Есть хочу. Вставай. Вставай, пойдем. Пойдем, сейчас пойдем к маме, пойдем к ней навстречу. Вот если вообще так как будешь сидеть, вообще нас долго не найдет. Мы заблудились. Она нас потеряла? Нет. Потеряла. Мы заблудились. Хватит ныть, а. Зачем мы сюда пришли? Мама пошла за ягодами и грибами, она так сказала. Их же нет. Они летом. Холодно. Ну и что? Она же пошла, а мы должны ее слушаться. Ва-че-му. Ба-да-му. Этот лес, он тоже волшебный, ясно? Почему? Потому что волшебный. Там феи живут. А, феи? Ну. Они это, какие? Они? Ну, они типа, знаешь, ну, на кого похожи? Ну, типа, как барба похожи. Ну, маленькая. Классно. Ну. А в том мультике, помнишь? Помнишь мультик смотрели? На телек еще был. Ну, помнишь? Ну, он его еще не пробил тогда. Ну, феи там были. Ну, помнишь? Нет. Я не очень хорошо помню. Ну ты чё, ну они там были, ну с крылышками такие, ну. Когда они прилетают, то можно желание загадывать. Я бы загадала. Нет. Я бы загадала, чтобы холодно не было. И чтобы мама меня любила. Ты дура какая, нельзя всё говорить, ты не сбудется нифига. Почему? Да потому что вот так и всё сбудется. Ясно? И ещё загадала, чтобы Барби у меня была. Говорит, сейчас как суки бешеные, а брызг что будет? Все равно она невкусная была. Они ведь будут полоплакать сразу. Но знаешь, что ошибаться можно. Все равно она невкусная. Каплики. Дайте кушать, что у нас дома. Ну, пожалуйста. Че? А что ты не сделаешь? Что я тебе сделаю? А чё? Да ничего, уберёшься вот. Чё, ха-ха, как же? Чё, не веришь? Не. А вот убью, тогда посмотрю. Брюшка-ватрюшка. Да ну тебя нафиг, а я пошла ты как хочешь. Тебя нафиг. О, повторю, что у тебя хрюша. Всё равно не убила. Почему это? Потому что я твоя сестра, а ты моя. И чё? И тут. Старшая. Вставай, Яна, пожалуйста. Слушай, ну пошли уже, пожалуйста. Я очень прошу, вставай. Младшая. Пойду я никуда. Есть хочу. Старшая. Вставай, я тебе говорю, пойдем. Там мама, она тут близко совсем, недалеко. Ну тут близко. Где? Ну тут близко, домик такой есть. Понимаешь, она там, она нас там ждет. Где? Че прям в лесу? Ну, и она там, она нам там вкусное готовит. Че ты врешь? Я тебе говорю, она вкусное нам готовит. Ну. Че, курицу? Ну, курицу, вот, в духовке жарит. Какая вкусная курица. Че ты врешь? Ты такой не знаешь, ты же ведь я тебе говорю, смотри, она нас там ждет, она готовит нам курицу, а ты, вот, ты будешь грызть крылышко. Вот, правильно, ты будешь грызть крылышко. Я еще люблю шкурку, она зажаристая. Вот, шкурка, она вкусная, вот. А я буду грызть ножку. Вот. А я тоже ножку хочу. Ну, их же две же ножки. Ну вот как раз, вот тебе и мне. Нет. Чего нет? Ничего она не приготовит. Он все сожрет. Я не просила. А если проснется, ты знаешь, что? Я тогда знаешь, что я вот тогда там молоком вот такая. Папашке! 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 Папашке!
Я спать хочу. Опять, блин? Нет, я взаправо. Устал. Не могу ничего. Кровь по мне замерзла, наверное. Не течет совсем. Ну, ладно. Давай, сядем. Посидим, отдохнем. Давай вон у того вон дерево сейчас сядет. Листья в кучу сгребем. Посидим. Отдохнем. Сейчас я сгребу. А я? Давай, ты сгребай. Лучше.